Тысячи жителей Южной Кореи вынужденно покинули свои дома из-за сильнейшего наводнения. Муссонные дожди не прекращаются уже полтора месяца. Власти сообщили о 13 погибших и 13 пропавших без вести людей. В столице затоплены улицы, автомагистрали и парки. Также в результате потока большой воды пострадали 6 тысяч сельскохозяйственных угодий. Президент страны провел экстренное заседание. Людей разместили во временных эвакуационных центрах, где соблюдаются все меры предосторожности для защиты от коронавируса. Все эвакуированные граждане располагаются в этих палатках. Чтобы не допустить распространения коронавируса, мы регулярно обрабатываем помещения, советуем людям продолжать соблюдать социальную дистанцию, проверяем температуру и выдаем дезинфицирующие средства.